Под Мариуполем Донецкой области зафиксировано прибытие новых подразделений вооруженных сил России. Об этом на брифинге заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Украины Андрей Лысенко. Под Мариуполь прибывает как личный состав, так и бронетехника. Данные военные силы Российской Федерации ранее были уже зафиксированы украинскими разведчиками. Это сотая разведывательная бригада вооруженных сил Российской Федерации из Северной Осетии.